Музыкально продолжаем эфир вместе с трио Каста Дива. И невероятно потрясающие девушки нас сегодня в эфире. Спасибо огромное за это музыкальное настроение. Давайте знакомиться. Ольга Семенищева, Сауле Антышева и Елена Бирюзова. Мы приветствуем вас. Вы оперные певицы. Как возникла идея создания коллектива? Вообще, мы очень давно поем сольно. Ну и, в принципе, у каждого оперного певца сольная карьера – это одно из главных направлений в жизни. Но хотелось создать что-то прекрасное, что-то не похожее на других, и соединить оперный жанр с эстрадой и кроссовером, и сделать доступнее, что ли, наше творчество для людей. Ну вот «Каста Дива» – это название оперной премии. Почему вы решили взять именно такое, сразу же, как «Оскар», титулованные красавицы? По-моему, правильно. Почему вы решили? На самом деле «Каста Дива» – это название появилось намного раньше, чем премия, и тем более, чем наша группа, я бы даже сказала, обособилась. И сделал это Винченцо Беллини в своей опере «Норма». Это знаменитая ария «Каста Дивы», шедевр оперного искусства, жемчужина, ну и, конечно, символ Бальканта, я бы сказала. Вообще это переводится как «Святая Дева». Мы интерпретировали это немножко по-другому, потому что «Норма», героиня, это олицетворение женственности, это жрица великая, яркая, воинственная женщина божественной красоты. И для нас «Каста Дива» – это олицетворение женственности. Как... Женственности, да. И красоты. Это получается... У меня просто метафора пришла. Раз это святая женщина, то и статус поклонников он становится совершенно другим. Согласна, да, почитателей. Какая программа у вашего коллектива? Чем будете радовать? На самом деле мы просто дорвались. У нас изначально программа была вообще на два отделения, просто больших. Потом мы поняли, что не надо выдавать все сразу. Мы собрали самые сливки, но это и знаменитые классические оперные арии, и фолк-блок у нас присутствует. Ну, мы люди вообще творческие, ищущие, нам хочется во всех жанрах немножко себя попробовать. Будет и немножко поп-музыки, вот. Но сложно даже рассказать, как это будет. Это все будет все равно кроссовер. Это соединение вот этого академизма и чего-то современного, понятного нынешнему слушателю. Так, вот это кроссовер-шоу, это все-таки для взрослых только или можно приходить с детьми? На кого рассчитана эта программа? Вот такой вопрос. Ну, на самом деле, ценз у нас стоит 12+, да. Вот. Но я часто слышу истории, когда детей приводят в оперу чуть ли не с 4 лет. Вот. То есть именно этот концерт, он, конечно, для постарше публики. Вот. Но он получился очень светлый, очень интересный, увлекательный. Думаю, в будущем, да, мы можем это как-то... Красота. Он очень красивый. Красивая музыка потрясающая. А у музыки нет возраста. Да. Даже дети ее поймут. Да. Ну и какие-то специальные гости секретные будут присутствовать. Кто будет у вас? Можете раскрыть нам тайны. Специальные гости присутствовать будут. Будет обязательно трио Басунова. Вот. У нас задействовано два огромных, шикарных детских коллектива, танцевальных. Это «Сюрприз», знаменитые и чудесные детки, и театр «Сусанова арт». Вот. Также у нас будет присутствовать мужской балет, эстрадный, «Давид и Ко». И не обойдется без классического балета, без солистов театра оперы балета Ивана Сидельникова, Ренаты Аюповой. Но тогда мы предлагаем вам прямо сейчас каждого нашего телезрителя пригласить на свой концерт. Вы можете обратиться к ним прямо сейчас. Дорогие друзья, ждем вас 19 апреля в 19:00 в театре балета «Щелкунчик» на наше кроссовер-шоу. «Каста Дива» ждет вас. Будет красиво, очень интересно. Ждем.
Невероятная девушка, я понимаю, да? Просто Кирилл уже... Я просто ждал, меня пригласят, ну ладно. Я тебя приглашаю на их шоу. Ребят, конечно, ждем вас. Будем договариваться с женой. Ладно, спасибо большое. Девушка невероятно красивая, уверен, что шоу будет потрясающим, поэтому приходите, Каста Дива и солистки Урал Опера Балет. Ольга Семенищева, Сауле Антышева и Елена Березова.